Привет! Сегодня у нас обзор на очень необычный продукт, я бы даже сказал, уникальный в своем роде. Это новый телевизор от компании Samsung Sero. И понимаете, когда даже вам его привозят, вы понимаете, что стали, владельцем чего-то особенного. Ведь его вам привезут именно в таком вертикальном положении, что крайне непривычно для телевизора, да и вес у него при 43 дюймов 34 килограмма. И ясно дело возникает вопрос, а что же это за зверь такой? А это у нас поворотный телевизор, и я вам должен сказать, что наконец-то в этом форм-факторе у нас появляются инновации, и приносит нам ее компания Samsung. Кстати, инновации последние были у нас связаны с LED-панелями. Ладно, сейчас все разберем, а с вами Антон Григорьев, и начинаем обзор на вот этого зверька. И знаете, вес в 34 килограмма здесь не просто так. Ведь распаковав телевизор, не нужно думать ни о тумбе, ни о подставках или настенных креплений. Этот парень самостоятельный и имеет в себе одну из самых лучших аудиосистем среди телевизоров. Но о ней чуток позже, ведь нас ждет более интересный момент. Поворачиваемый экран. Вроде бы что здесь необычного, но в твоем разуме, понимаете, диссонанс. Почему этот телевизор стоит вертикально? И когда вы его запускаете, вас сразу же встречает заставка с камином. Огонь, который будет нежно потрескивать, или чашечка кофе. При этом вы будете слышать звук ложечки, размешивающей сахар в ней. Или же вы можете выбрать другие, анимированные или обычные обои, которые подойдут под ваш стиль интерьера. Вы можете также здесь запустить одно из предустановленных приложений. Но настоящая магия происходит, когда вы этот телевизор подключаете к смартфону. Полностью новый опыт использования трансляции экрана, просмотр Инстаграма, Твиттер, ТикТок, или вы можете компании сесть и посмотреть все ваши фотографии на большом дисплее. Как вы понимаете, этот телевизор создан для этих целей. Это, ясно дело, вы сможете сделать с любого Android-устройства. И, кстати, если у вас iPhone, то транслировать изображение вы сможете только, когда у вас будет горизонтальное положение телевизора. Но самая серьезная магия в использовании этого телевизора появляется, когда у вас есть смартфон от компании Samsung, как у нас новенький S20 FE. Смотрите, какая магия. Переворачиваем. Это прикольно. То есть вы спокойно можете открывать инстаграмчик, смотреть ваши фотографии, а просто-напросто взяв смартфон от Samsung, перевернуть его. Ясно дело, дисплей тоже повторит это движение и, допустим, открыть видео на YouTube и наслаждаться большим дисплеем. И давайте теперь перейдем к самой системе, ведь реально этот телевизор вас может удивить. Здесь установлен Tizen последнего поколения, который обладает множеством интеллектуальных функций для улучшения изображения. К примеру, автоматическое увеличение частоты кадров, когда вы смотрите какой-то фильм или видео, или увеличение разрешения с Full HD на 4К. Есть функция интеллектуального улучшения звука и даже есть автояркость. Это очень актуально, когда, допустим, вы смотрите какой-то фильм при обычном освещении, а потом вы захотели отдохнуть, выключили свет и телек сам понизил яркость. И ясно дело, вы можете поставить таймер на автоматическое отключение. И по поводу матрицы, здесь у нас высококачественная 4K QLED панель с очень широким цветовым охватом, но в темной комнате черный цвет является серым. Это особенность технологии LED. Также имеется поддержка HDR10+ для улучшения видео в том же YouTube или Netflix. И сам телек имеет в себе мощный прос для обработки изображения. Ясно дело, в серой есть все нужные входы для подключения, допустим, вашего внешнего накопителя или вашей любимой игровой приставки. Ну или аудиосистемы. Но я сомневаюсь, что она вам понадобится. Ведь здесь просто шикарнейший звук. Вот эта большая площадка из ткани здесь не просто так. За ней спрятаны динамики. И также телевизор обладает сабвуфером. Общая мощность этой системы 60 Вт. И играет она просто изумительно. Есть и басы, и достаточно широкая середина, и высокий есть. Слушать музыку через данный телевизор одно удовольствие. И я даже призываю вас это делать, потому что звучание, еще раз повторюсь, просто шикарное. Но Sero, ясно дело, рассматривается не просто как хорошая аудиосистема или телевизор. Это новая технология. Нажав на кнопку, он превращается
превращается в мегастильный элемент интерьера, и телевизор будет взрывать мозг всем вашим знакомым, когда после просмотра фильма вы нажимаете одну кнопочку и запустите, допустим, просмотр вертикальных фотографий с вашего смартфона. И в целом этому телеку сложно не вписаться в какой-то интерьер. Здесь и продуманный кабель-менеджмент, который находится в этой стоечке, и тканевая передняя часть, шикарный звук, который спокойно сравним с очень дорогой аудиосистемой. И знаете, когда вы все это складываете вместе, вы понимаете, что цена, которая, в общем-то, может показаться кому-то высокая, она несет в себе все те элементы, на которые вы в любом случае будете тратиться, допустим, приобретая простой телевизор. И самое важное, друзья, вот мы сделали на него сейчас обзор, и вот я понимаю, печаль в том, что нам придется его отдать. А ты к нему привязываешься, когда постоянно пользуешься этой функцией, когда опять-таки слушаешь через него музыку, когда он хорошо вписывается в твой домашний интерьер, ты не хочешь переходить на что-то другое. Samsung, большое спасибо тебе за этот experience, с вас большой палец вверх и покедова.